Доброго времени суток! Меня зовут Ксения, и я менеджер компании Агроформат. В предыдущем видео мы разбирали мульчер EFC-GZM. А вы запомнили это название? Правильный ответ! На очереди обзор другого мульчирователя, уже более тяжелого, под названием AGMZ от бренда Dobermet. Интересно? Да интересно, интересно. Погнали! Для каких работ он подходит? Агрегат легко справляется с измельчением не только обычной поросли, но даже ветки диаметром в 7 см. То есть остатки от обрезки молодых садов и виноградников однозначно превратятся в мелкую мульчу. Огромный плюс этого оборудования состоит в том, что он может выполнять несколько функций. И срезать растительную поросль, как косилка, и измельчать довольно толстые ветки, как солидный мульчер. Общие характеристики. Ширина захвата 239 см. 5 ремней. На рабочем вале 24 молотковых ножа весом в 1200 граммов каждый. Вот это мощь! Сразу понятно, как оборудование справляется с веткой приличного диаметра. Скорость вращения рабочего вала составляет 2125 оборотов в минуту, а скорость вращения вала отбора мощности 540 оборотов в минуту. Вес 686 кг. Трактор, для которого подойдет данный мульчер, должен обладать мощностью хотя бы в 45 лошадиных сил. Дополнительные характеристики мульчирователя. Электронно отбалансированный вал. Необходимое условие бесперебойной работы агрегата. Ведь про важность балансировки колес автомобиля все знают. Так вот, на заводе установлено специальное электронное оборудование, которое позволяет отбалансировать рабочий вал для того, чтобы AGMZ прослужил очень долго. Система гидравлического смещения. Агрегат смещается относительно движения трактора и очень даже неплохо очищает приствольные полосы. Механически открываемая задняя крышка. Она будет вас охранять. Нет, серьезно. От опасности нахождения под огромным агрегатом весом почти в 700 кг. Ведь чтобы, к примеру, обслужить рабочий вал, не нужно поднимать мульчер на высоту. Нужно просто открыть крышку. А еще времени на работу уходит гораздо меньше. Ведь в процессе рабочий вал не засоряется огромным количеством биомассы. 5 ремней надежно защищены вентилируемым кожухом, который не допускает их повреждения, а также перегрева узла. А значит, AGMZ будет беспроблемно и бесперебойно функционировать в течение всего рабочего процесса. Ах да, по поводу беспроблемного функционирования. Гарантия этого удваивается из-за редуктора, оборудованного обгонной муфтой, который защищает его от ударов, вызванных резкими остановками привода вала отбора мощности. Ну и вдогонку еще про безопасность. Металлические пластины и прикатывающий каток, которыми оборудован данный агрегат, обеспечивают защиту от вылета на скорости твердой биомассы и камней. Этот выпуск нужно назвать про безопасность. Не, ну а что? От опасности защищает. От некачественной работы защищает. От простоев оборудования и сбитых сроков выполнения задач защищает. Прям не мульчер, а оберег какой-то. Весом 686 килограммов. Вот и все, что хотела сказать про мульчирователь AGMZ. Кстати, фермеры России по достоинству его оценили. Поэтому при поставках он разбирается весьма быстро. Ссылку на мульчер оставляем в описании. Там можно посмотреть цену и даже скачать характеристики товара. Наши контакты и ссылочка на сайт внизу. А вам хорошей и продуктивной работы, для которой выбирайте только качественную технику. Пока!